В связи с увеличением транспортных происшествий госавтоинспекция проводит профилактические мероприятия «Безопасная дорога». По данным МВД, только за предыдущий месяц на территории республики погибло 35 человек и более 200 получили ранения. Данное мероприятие было направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, таких как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, нарушение правил перевозки детей, управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ходе проведения акции зарегистрировано более 2000 правонарушений. Выезд на полосу встречного движения является самым распространенным.